Кошкин кот, отвали от меня, бешеный мужик. Блин, задолбал меня, давишь так. Я уже после кишки отдавил. Не дави его. На, что ты делаешь? На. Нина, ты посмотри, он его задними лапами щипает. Да. На, прием. Коротиста. Ты что творишь? Милый, неси его сюда. Нет. Неси. Безобразник. Сейчас укушу тебя за ляжку и шротом у тебя. Ляжку? Да. Я не знаю, что такое ляжка. Давай его кеши в клетку. Нет. Я его загружу сейчас. Ой, только попробуй. Заклюлю тебя своим клювом остреньким. Не зря за вчера так. У меня жопа из-за вас лысая. Что? Это твой муж больной, хозяйка. Он, блин, брился и меня сбрил. Вообще уже. Кусай. Василечек мой, кусай, мой хороший. Никто а что это? Это шарик. Кешик, иди сюда. Иди кушай вместе с Васей. Учитесь контактировать вместе. Не хочу. Иди. Контактировать. Зачем это вообще? Мы что, по интернету общаемся? Интересно, если насыпать ему борща, он будет его есть? Ага. И нет, не хочет борщ, хочет семечки есть вместе с Васькой. Ну и правильно, Кешик. Ку-ку! Кто тут спрятался у нас? Никто. Он такой уставший, ребята, такой расстроенный, спать наверное, хочет. Потому что так его укусили. А помню, как я в армии учился, меня там учили просыпаться и кушать. Его знаете, кто укусил? Голубь укусил. Залетел? Это мой родич. Ничего себе, голубь. Залетел к нам в дом, увидел нашего маленького Васика. А мне показалось, что это был кое-кто, но не голубь. Почему именно да? Потому что ты похож на голубя. Я попугай. Голубиный, блин. Не помню, как зовут. Кешик, не бойся, заходи. Попугай. Заходи, заходи к Васике, заходи в гости. Ага. Ай, такая мишечка. А что ты пьешь? Это типа мультиварка для бурундука. Йогурт ты пьешь? Какой йогурт? А я думал, ты йогурт пьешь. Капец. А, я понял, там семечки. А что мне семечки не дали? Ой. Василечек, поделися. Так нечестно. Не буду я делиться. Ну не будь злодеем. Шадина. Делись, давай говорю тебе. Нет. Выжал. Ой, тебя побрили, Кеша. Не побрили меня ничего. А что у тебя сзади было? Я ничего не видел. А я-то видел. Ну потому что у меня ж глазки не вплоть. Боже, бедная моя жопка. Там же ж вообще сбрито все нафиг. Ну уже выросла. И слава богу. Заросло. Заросло. Да, заросло. Попка. Заросла. Не топи, пожалуйста. Да, не туплю. У нас что, телефон есть? А я не знал. Ребята, он реально тупит. Васька, приезжай сюда, давай, пошли в клетку. Маме в магазин надо сходить. Капец, и что? Не мои проблемы.